Книга «Открытым оком». Тема «Святая Библия», 16 том, вопрос 3068. Что делать, если жена не желает ни рожать, ни не воздерживаться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По мирским меркам, этакая жена ничем не хуже соседской. Но у христиан иная мерка. Это тут редкий случай, а он обычно всегда почти в семейном вопросе, когда нужно все же прислушаться к священнику, опирающимся в своих ответах на Библию. Работать нужно женой, работать не только ночью, но и днем. Есть намек на то, чтобы не спать с ней, пока она не перестанет пожирать детей, как лютая змея. Сирахова, 26, 6 глава, 28 по 29 стих. Мы читаем. «Не давай води выхода ни злой жене власти. Если она не ходит под рукой твоей, то оттеки ее от плоти твоей». Конечно, если тут как раз тот случай, когда вначале оба были неверующие, а потом муж обратился. И тогда уж он руководствуется Новым Заветом, совестью и Духом Святым. 1 Коринфянам 7:12. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». 1 Коринфянам 7:15. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Из-за этого разводиться не указано. Думаю, что ничего нельзя сделать, а только любовью и лаской, разъяснением и вниманием попытаться исправить положение. Если же она не вразумится, то Господь может дать ей свою епитимью и не будет вылазить от гинеколога. 1 Петра 4:1. «Ибо страдающий плотью перестает грешить». В язычестве было уничтожение детей, но по иным причинам и иным способам. Премудрость Соломон 12:5. «И безжалостным убийцам детей, и на жертвенных пирах, пожиравшим внутренностях человеческой плоти и крови в тайных собраниях». Стихотворение. «Неосторожность – пагубное зло. На тонком льду предевица красивой, мгновение и налево занесло, и меньше стало на одного разиню. Зачем же Ева, девушка, ушла куда-то, где и близко нет Адама, а этот юноша исхитил бы от зла? Виновен, кто не закрывает яму. Не поберегся Авель и не остерегся. С глаз матери ушел и не подумал, что Каин сгорбился, зовет совсем непросто. Но тянет в темный, в самый дальний угол. Неосторожность девушкам грозит. Потери девства, как несчастный Дине, прилепится из хлюстов паразит. С таким остаться кровь в живом застынет. Друзей имейте, знающих Писание. Советом их дорожите очень. Не проходить опасными местами, хотя и хочется, что не хватает мочи. С ответом не спешите дать согласие и подпись ставить под чужим воззванием. Враг льстиво ядовитое подсластит, под видом ангела сплошное наказание. Остерегись от лежащей рядом, когда зовет чужим богам и в секты. Змей семиглавый отравляет ядом, через пафов он достает нередко. Берегись при переходе улиц, держитесь за руки, смотря в четыре глаза. С какой легкостью осенник давит куриц, в чужие разговоры не посягните влазить. Открытость полная лишь в любящем Христе, ему все тайны открывать интимно. В духовном и в телесном там успех, и в книгу жизни впишется их имя. 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин.